У меня возникла идея, как, наверное, у многих по открытию своего бизнеса, и я задумался на тему, какой бизнес я могу открыть. Мечтал открыть свой бизнес очень давно, попытки тоже были. На меня повлиял больший брат. Сказал, если работаешь, то надо развиваться, у тебя все получится. Молодые предприниматели и опытные владельцы предприятий поделятся своими историями успеха и раскроют все секреты управленческих решений. На что вы делаете упор при построении вот своего бизнеса? В бизнесе очень много разных бизнес-процессов, которые нужно контролировать. Поначалу, действительно, когда я начинал свою деятельность, я начал с проведения тренинга. Какой бы вы совет дали тем людям, которые хотят начать заниматься собственным бизнесом? Не бояться пробовать. Мой совет – никогда не сдаваться. Удача, она важна в бизнесе. Не сидеть, действовать. Свое дело. Настоящая инструкция для тех, кто только мечтает открыть свой бизнес. По средам в 19:00 на Архыз 24.